Я тетушка Чарли из Бразилии, где в лесах живет много-много диких обезьян. Упал. Как поживаете? Давайте покидаемся вопросами из средней школы. Посмотрим, кто что помнит. Победа не важна. Для начала, откуда вы? А это прям важно вам? Хотелось бы так географически определить. Я из Соединенных Штатов, меня Александр зовут. Вы откуда? Для меня странно, что это важно. Ну, хорошо, я из Сибири, меня зовут Владимир. Блин, авианосец не дойдет, блин. Ну ладно, давайте, о чем вы хотели поговорить? Придется яму рыть. Какой авианосец куда не дойдет? Дуайт Эйзенхауэр, может быть. Может, Джордж Буш новый, знаете. Ну ладно, не дойдет все равно до Сибири. Да я не знаю, о чем вы говорите вообще. Ну и ладно. Давайте, какие у вас вопросы? У нас рядом с Сибирью нету никаких океанов, поэтому, ну... Ну я поэтому и посочувствовал. Вы меня услышали вообще? Я сказал, не дойдет, жалко. А почему жалко, что не дойдет? Ну вы бы на авианосец посмотрели. Я хочу смотреть на авианосец. Ну вдруг у кого-то есть желание. Выйдут с цветочками, с флажками. На американский авианосец? Почему нет? А с чего дата? Ну а почему очень нет? Очень интересно, кстати, подождите. Очень интересна ваша версия. Слушайте, мы могли бы бизнес сделать, знаете, вот как туристический аттракцион, знаете, он пришел, припарковался, мы бы людей по билетам запускали, а там он же не один придет. У него еще авианосная группа, там эсминцы всякие, корветы всякие, там две подводные лодки, по-моему. Можно было такие деньги бы сделать, вы что? Да вы сейчас говорите про явно агрессивную тему, как они придут. Ну, там же есть другая агрессивная тема, как там можно их снести. При чем? Я вообще про агрессию не сказал. Сказал, в гости приехать, бизнес делать. Да, слушайте, подождите, я очень хорошо улавливаю. Типа, они придут. Типа, ну, для нас-то некие американские авианосцы, это явно не сникерсы привезут, если что. Я же бизнес предлагаю, туризм. А, туризм предлагаете? Да. Хорошо. Ну, вам-то какая разница? До вас, у вас там все равно. Если вы канал прокопаете. Вот я слышал, вы как-то Беломор канал начали копать. Может, углубить его там, знаете, метров на 50. Я пытаюсь понять вашу мысль. Она есть вообще? Беломор канал углубить. Авианосцы из Америки. У вас мысль-то есть какая-то? И вы пытаетесь ее или не пытаетесь ее сформулировать? Хотел бизнес вам предложить. Я пытаюсь ее как-то понять вообще-то, но пока я ее не вижу. Ну да. Никакой. С вас бизнес-партнер никакой вообще. Вы даже не можете понять полет моей мысли. Да. Ну ладно, пойду я тогда искать другого бизнес-партнера. Слушайте, вы вообще никакой. Давайте, да, я тоже вам успехов желаю. Давайте, и вам тоже, а я вам бизнес хотел. Ну ладно, давайте, удачи вам. Счастья в личной жизни, чтобы всегда солнце грело. И вам тоже, чтобы у вас все было хорошо. Все у вас было хорошо, что вы хорошо придумали, и не получилось, что вы плохо придумали. Не, я всегда очень хорошо думаю. Спасибо большое. Не факт, что вы и все хорошо. Удачи. Если хотите, начинайте копать вот этот канал, в случае чего, как только увидим, что выкопан, приедем. Я не хочу копать этот канал. Ладно, удачи вам тогда. Не хотите, не копайте. Давайте. Всего доброго. Это я вам не кулак, это я вам... Венцеремос. До свидания. Давайте. Удачи. Ты кадр. Он вопросы хотел же вначале позадавать по школьной программе. И что-то пошло не так. Вот, жест доброй воли предлагал. В гости приехать. Он копать не хочет. Ленивый. Ну и ладно. Это так, на посмеяться, не принимайте всерьез. Давайте закурим. По-нашему, по-мразовски.
Превосходная страна. Это... Превосходная страна. Да. Там в лесу столько диких обезьян. Господин Уэф, я представитель цивилизованной планеты и требую, чтобы вы проследили бы за своим лексиконом. О. Судьи по логике, блядь. Собирайся, уходи. Зачем ты здесь сидишь? Да вот, я вот тоже, я не понимаю, вот зачем я здесь сижу? Нет, не в том, что... Да, окей, я тут сижу, но какая цель? Ну, пожаловаться, может, хочешь. Вот. Нет, не хочу. Слушай, а что это у тебя на голове? Волосы. Обалдеть, слушай. А что так много? 2 года не стрился, отросли такие. Обалдеть, слушай. Тебя с бабой не путают? В чем вопрос? Ну, как это, как это вот понять? Так вот я посмотрю, кадык есть. Пошел ты нахуй, что им буду показывать ты. А, стесняешься? Ты что, думаешь, я по твою дудочку буду плясать? Ну, мне просто интересно, я спросил, зачем ты сразу ругаешься? Мне интересно. Я просто смотрю, у тебя волосы длинные, ты же не стрижешь их по... Да какому-то... не надо просто смотреть. Ну, я тебе объяснил, я сказал, я 2 года не стригся, а ты мне начинаешь тут кадык покажи, ну хуй, я не знаю, странный подожди, человек. А ты денег нету постричься или как? Или у тебя какие-то, ты как индус? Ты Хари Кришна ходишь, вот это тун-тун-тун, Хари Кришна, Кришна Хари, не? А сколько тебе лет? Мне 50. И ты как бы на полном серьезе задаешь такие вопросы собеседнику? Почему я тебе не могу задать? Может, лет? У тебя, может, ты этот, как его, как их называют, вот, которые не стригутся, индусы, подожди, как они? Они еще в Англии эти, ситхи. Откуда я знаю, может, у тебя направление такое, может, ты веришь так? Тебе нельзя. А кто такие ситхи? У них эти, они вот, ты видел, они в чалмах в таких вот, у них волосы там. А при чем тут они, в чем суть их веры, ты мне скажи? Ты говоришь, в Англии стричься, синки, стричься, ну, так а почему? Стричься нельзя, у них вера такая, стричься нельзя. Да, поэтому... В смысле, то есть у них вера основана вокруг того, что нельзя стричься? Да. Не, вера довольно серьезно? Глубже, но им нельзя стричься. Ну так объясни, нет, так ты мне объясни, в чем вера. Понятия хорошо, не имею. Это же внешний... Я только знаю вот это вот внешнее, вот это вот ты атрибут. Ты не имеешь понятия, а языком трепишь. Так а зачем ты тогда внешнее только понимаешь? Знаю, что нельзя стричься, поэтому... Ну так внешний атрибут. А зачем тебе внешняя атрибутика? Ты в суть не вникаешь? Ну потому что я глянул на тебя, я поэтому и спросил, может, ты тоже... 50 лет ты пол или что, я не понимаю. Не ругайся, почему? Вот ты знаешь, ты наверное, украинец, да? Да, я украинец. Так вот, единственный народ в мире, который я знаю, вот из чат-рулетки, опять же, это который не ругается матом, а разговаривает матом. Понимаешь, причем мало того разговаривает. Нет, это русские разговаривают. Мало того разговаривают. Ну, кстати, видишь, блин, это, Зорик, это серьезная тема, потому как действительно с матом надо работать. Еще один, красава, слушай. Вот на самом деле, слушай, вот эта вся ремарочка к тому, что... Я хочу вот не ругаться матом. Вот ты правильно заметил. Блин, действительно, это притягивается ко мне. Блин. Тем более чужой мат используешь. Знаешь, свой не придумали, понимаешь, а пользуйте чужой мат для разговора. Украинской мовой спилкуйтесь, оно же красивее получается. Ты чужой человек, ты прав. Да, вот молодец. Видишь, я тебе чему-то я тебя это научил. Это последний мат, который я сказал. Правильно. Хоть чему-то я сегодня лягу спать спокойно, хоть чему-то я вот, знаешь, научил человек. Мат. Ключевое мат. Угу. Все-таки это действительно надо от этого отказаться. Молодец. Слушай, я уже за тебя начал радоваться. Как тебя зовут? Меня зовут Святослав. Обалдеть, слушай. Святослав. Тем более у тебя такое имя, знаешь, вот тебя на Украине ищут, все ходят. Слава кричат. Мат, блин. Ты так долго слово мат писал? Да нет, ты не понимаешь, в чем суть. Я сегодня с утра встал и себе задал такую вот установку. Я не хочу ругаться матом, но он пролетал. И сейчас вот опять, и опять. Но я не хочу, чтобы он пролетал. Правильно.
Ты вот возьми. Ты как бы это так, ну, сказал как бы по-идиотски, там вот, мол, все украинцы там разговаривают матом, но это как бы, ну, не, я не сказал, верно, я не сказал все, я сказал в чат рулетки, как вот средств в чат рулетки. Ну, практически, хорошо, да, практически все украинцы в чат рулетки, да, практически все. Класс. Но меня интересует только слово мат. Меня все украинцы не интересуют. Вот. Потому как я действительно не хочу ругаться матом. Правильно. Это правильно. Правильно. А ты можешь сейчас вот на монитор все-таки вот эту бумажку прилепить на монитор, и она у тебя всегда будет перед глазами, и ты вот, даже если захочется у тебя вырвать, а ты это видишь, нельзя. Я ставлю отпечаток в сознании. Ты знаешь, я настолько рад, ты даже не поверишь. Я достучался до твоего сознания. Мат. Ух ты, молодец. Это то, над чем надо работать. Я настолько рад, что я достучался до твоего сознания. Ты просто, ты поверить себе. Видишь, какая прелесть. Ты фактически гуру, синхал. Не, я доктор. Преображенский. Психиатрии? Преображенский. Филипп Филиппович. Знаешь такого? Все ясно. Нет. Ты не знаешь Филипп Филиппович? Это на слуху в какой-то литературе, но я не думаю, что да это вы. И не надо. Это москальская литература. Ты откуда будешь, хлопец Святослав? Из Запорожской области. Обалдеть. С какой стороны? В смысле? Ну там же Запорожская область сейчас разделена. Но не разделена, она оккупирована. Ну, как бы оно ни было, то есть часть разделена. Я с той стороны, которая оккупирована. А, ух ты, мучаешься? Мучаешься? Нет, работаю. На оккупанта? Нет. На кого ты можешь там работать? Свободно работаю на себя. Ну, нет, подожди. Нет, работаю на кого-то, но зарабатываю на свои нужды. Нет, вот понятно. Такая вот формулировка. Ну, работаешь на процветание оккупанта? Нет. Ну, а налоги платят, то ты на кого ты работаешь? Ну, я налоги поступают не оккупантам. А кому? Для государства, в котором я работаю. А в каком ты государстве работаешь? Польша. Обалдеть. Что-то вообще не понял, я потерялся. Ты сказал в Запорожье? А что, Польша захватила Запорожье? Нет, там оккупировала Россия. А, ну, понятно. А ты слинял в Польшу? В смысле, я слинял от Польши? Хорошо, уехал в Польшу. Да. Молодец. Правильно сделал. Честно. Не подумай. Вот сейчас я не издеваюсь ни в коем разе. Молодец. Живой останешься, дай бог. Женишься, приедешь. Прям вот для тебя старался, для твоего одобрения. Я рад. Приедешь, и тебя, слушай, из тебя у тебя хорошие дети получатся. Я вижу. Да ладно. Да. Что, о чем? Я тебе не к тому понимаю. Говорю, что сейчас вот генофонд немножко падает украинский, потому что люди гибнут. Потом надо будет поднимать генофонд, понимаешь? Надо будет снова, ну как тебе, прямым текстом скажу, плодиться и размножаться надо будет. А вот ты вот, судя по тебе, это ясно. Неплохие гены у тебя. Да. Возможно. Да. Поэтому ты там это как, не вздумай там героем быть и все, у тебя другое предназначение. Ну, я тоже это ощущаю где-то в подсознании. Правильно. Надо этим гордиться и беречь себя. Ясно. Понял. Хорошо. Интересный диалог получился, очень поучительный. Действительно, вот по поводу мата совершенная правда, истина. Вот. Классно, классно подмечено и, блин, просто насущно отвечаю. Вот. Ну давай. Слушай, понял. Давай, короче, тебе спокойной ночи. Всего самого доброго, хороших выходных.
Не работай много. Взаимно. Береги себя. Давай, удачи. Всего. Давай. Ну что, слушайте, пацан нормальный. Пацан нормальный. Вначале там пытался чего-то втирать по поводу мата. Ну, слушайте, вот для этого я здесь. Понимаете, человек взял и записал. Избавиться от мата. А на самом деле, кто заходил в чат рулетку, вы, ребята, знаете. Тут, я говорю, они матом не ругаются, они матом разговаривают. В рулетке, по крайней мере. Это стыдно. Это стыдно. Ну вот, видите, не зря посидел сегодня. Давайте. Принеси песочку, родной. Люсенька, родная, зараза, сдались тебе эти макароны.